С древних пор на Руси настой из иван-чая употребляли как напиток и лекарство от различных хворей. Впоследствии русский напиток оценили и в Европе не только за вкус, но и за содержание. Отвар из листьев кипреса содержит в 3,5 раза больше витамина С, чем лимон. Богат иван-чай витаминами группы В, которые хранятся в нем даже после заваривания. Также он является мощным антисептическим и противовоспалительным средством. По этим характеристикам он превосходит многие лечебные травы. Поэтому из России продукт экспортировался до революции 1917 года в Европу огромными партиями, хотя его сбор и заготовка – сложный процесс, проходящий в несколько этапов. Собираем мы его на пике цветения, это конец июня, середина июля. Вот. Стараемся собирать в предобеденное время после схода росы. Вот. Первый этап у нас идет сборка. Собираем только верхние листья, примерно 15-20 сантиметров от цветка к корню. Из иван-чая можно сделать зеленый, желтый или черный вид чая. Это зависит от времени ферментирования, естественного брожения. Чай легкой ферментации обладает фруктово-цветочным запахом, вкус нежный, мягкий. Средняя ферментация дает терпкий вкус с легкой кислинкой. Глубокая ферментация отличается темным, насыщенным цветом и таким же вкусом. Это отдельный самостоятельный напиток, ничем, я считаю, не уступает по вкусу и полезным качествам чая, при том, что он абсолютно безвреден, в отличие от обычного чая, который содержит кофеин. Иван-чай как раз наоборот очень здорово. У тех, у кого высокое давление, он его понижает, у кого низкое, повышает, то есть нормализует. Вот. И, в принципе, все как бы, процессы организма он восстанавливает. Сегодня многие возвращаются к истокам, собирают и заготавливают иван-чай самостоятельно. И хотя процесс заготовки крайне трудоемок, заниматься этим можно только с большой любовью и терпением. Древний напиток из года в год все популярнее. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».